Всем привет, дорогие друзья, уважаемые зрители, с вами Родригес, и я сегодня снимаю серию послефинальную, так скажем, Assassin's Creed Syndicate, которую мы прошли, собственно, всю игру. Я сейчас покажу карту, вот на которой сейчас мы попытаемся вместе с вами, ребят, найти какую-нибудь миссию, и вот я не знаю, какую-нибудь миссию, хоть какую-нибудь, которую там, ну, есть какие-то закрытые зоны, но тут миссии у нас нету, ребят, какие-то закрытые зоны есть, но, по сути, это просто стандартные закрытые зоны, и всю карту я вот сейчас, ребят, всю карту абсолютно показываю, собственно, что сейчас мы прошли всю игру абсолютно. Ну, то есть всю сюжетку, скажем так, да. Здесь, конечно, можно еще собирать сундуки, бегать, что-то там собирать, я не знаю, что это вот. Вот это что такое вот у нас? Я не знаю, можно сюда, конечно, отправиться. Что у нас здесь? Может, что-нибудь мы найдем, ребят, не знаю. Конечно, хотелось бы найти что-нибудь интересное. Почему-то финал у нас какой-то получился такой вот размытый. Ну, в игре именно такой финал, я не знаю почему. А прошли просто... как бы был здесь момент какой-то финальный, когда мы убили главного там злодея, в итоге вот там был пожар в театре. Я думаю, на этом можно было бы заканчивать игру, но по сути мы еще потом выполняли задания, работали мы на королеву. Ну, сейчас давайте сюда отправимся, может быть, что-то здесь есть, я не знаю, ребят. Я периодически заходил как бы в игру, думал, может, что-то появится, обновится у нас и так далее. Но, по крайней мере, пока ничего, пока... Ну-ка, давай бабла немного. Получить предмет. А, лекарство мне дал, ага, нормально. Так, защитить мирного жителя. Ну, то есть, вот такие задания, ребята, остались, там, уличные всякие, вот, там, защитить, кого-то завалить, там, ну, такие вот какие-то стандартные вещи. Ну, это наши, то есть, я думал, зеленое какое-то задание. Нет, это, оказывается, наши бойцы. Давайте сюда забежим, может быть, что-то я здесь найду, не знаю. Это наша банда, да. Вот они, на мини-карте я уже их вижу. Это наша банда. Карет просто обозначается таким вот образом, вот. А, так, давайте заглянем, наверное, в наш поезд. Все-таки в поезде. Что у нас там есть в нашем поезде? Может, какие-то задания еще есть в поезде, ребят? Все-таки проверим, посмотрим. Мало ли, может быть, все-таки на Assassin's Creed Syndicate можно еще в что-нибудь поиграть, потому что многие писали в комментариях, а где, типа, продолжение-то? Где продолжение? Ну вот, ребят, продолжения-то нету, по сути. Миссий-то больше нет в Assassin's Creed Syndicate. Мы, как бы, прошли все. Изучить стену, здесь вот, как бы, все вроде изучено. Что тут, бабла у нас и так немерено. Я пробегусь, попробую здесь задание взять, у этой дамочки нет ничего. Так, что еще? Где, что, как? Нашей сестры. Ты был хорошим братом. А я чуть не остался, что ли, братом для тебя или что? Что за новости? Что он огородит-то, а? Так, получить улучшение для банды. Ну, это нам не надо получить улучшение. У нас и так все здесь полно. Ребят, что здесь делать в Assassin's Creed Syndicate, я больше не знаю. Просто, то есть, биться на однообразных, проходить однообразные миссии, я думаю... Мы это уже проходили, однообразные миссии, мы проходить не будем. Я думал, здесь какая-то будет сюжетка, я еще раз вот пробегаюсь по карте. Пытаюсь найти какие-нибудь миссии и не могу найти, ребят, поэтому... Это такой маленький мини-обзорчик специально для тех людей, кто спрашивал, а где же продолжение? Ну вот, собственно, я и сделал продолжение сейчас. Вот мы посмотрели, что в Assassin's Creed Syndicate уже выполнены все абсолютно миссии. Игрушка потрясающая, было очень-очень, ребят, круто ее проходить, она очень интересная. Кто любит Assassin's Creed, ребят, покупайте обязательно, не раздумывайте, скачивайте, играйте, вам очень понравится. Я надеюсь, следующие серии Assassin's Creed будут такие же прикольные. Ну что же, я буду с вами прощаться, с вами был Родригес, не забывайте подписываться на YouTube канал, если вы этого еще не сделали. Подписывайтесь на Twitch канал, у нас там проходят стримы постоянно по разным играм. Ну, соответственно, я вам желаю удачи, до новых встреч, друзья. Увидимся на канале, увидимся в прохождении новых, других интереснейших игр. Будем прощаться, всем пока-пока.